Да, ребят, всем привет. Меня зовут Роман, мне 22 года, я из города Киев. Учусь в Государственном университете телекоммуникаций. Вот. Добре, дякую. Який ти напрям в нас завершував? Я проходил в курсорі 4-місячні курси по Java. Добре, дякую. Поділись своїм досвідом, як ти до нас взагалі потрапив. Значит, получается так, программированием я довольно давно занимаюсь, на любительском уровне, лет с 16. Все, что я делал, это были какие-то, ну, личные open-source проекты. Там как бы не были задействованы те технологии, которые нужны работодателям. Например, это были специфические очень вещи, как, например, язык программирования или какие-то компиляторы. То есть работодателям это не нужно, их не интересуют эти знания. И поэтому мне пришлось искать в интернете курсы, чтобы можно было получить эти знания, систематизировать их. И тут я наткнулся на Coursera Education. Меня очень заинтересовала образовательная программа, я знакомился с ней. Очень понравилось, что в этих курсах не только какие-то базовые элементы языка изучаются, технологии. То есть я имею в виду не Java Core, а еще и фреймворки, юнит-тестирование, какие-то вещи по клин-коду, по красоте коду, потом различные архитектурные моменты, как облачные архитектуры, построение облачных решений. Добре, коли ти нас знайшов, чи знайомився ти там, можливо, з якимись фідбеками, щось читав, дивився, чи питав, можливо, навіть в когось, аби там прийняти точне рішення, що от іду от до цих ребят? Ні, я, якщо чесно, відзиви не читала. Мені подобався дизайн сайту, логотип, почитав немножечко про преподавателей. В принципе, вот все. Что меня зацепило, это образовательная программа, что она очень насыщенная, и в ней не только базовые элементы вот технологий. Зрозуміло, дякую тобі дуже. Добре, тоді перейдемо безпосередньо вже до навчання, до того, як в тебе це відбувалось. Поділись, скільки ти часу витрачав на навчання, там, можливо, в тиждень чи в день? Ну, на виконання домашніх завдань часа 3 уходило точно. Часа 2-3, вот так вот. А загалом там на якісь матеріали, можливо, чи щось? Матеріали, якщо чесно признаюся, читав не всі. Читав лише якісь, ну, такі ключові моменти, які дозволять вот вирішити цю проблему, яка нам була дана в качестві задання. Вот. Тобто я не тратив повністю час на чтення від А до Я матеріалу. Мене більше цікавило, як можна вирішити проблему. Ага, теж варіант. А бувало таке, коли там ти зробив всі домашки, і в принципі тобі немає чим зайнятися. Ти такий, ай, ну добре, може дайте ще якусь домашку. Чи завжди був якийсь такий потік? Ну от перші домашні завдання, коли були по Java Core, в принципі, я їх робив швидко. А коли пішли вже такі от домашні завдання, де були либо фреймворки Java Spring, либо юніт-тестування, тобто якби то, зачем я йшов сюди, да? Там, конечно, уже больше намного времени тратил. Мне хватало этого полностью. Добре. Ну, це добре, що тобі вистачало часу, і ти комфортно міг поглинути себе цим навчанням. Це класно. Щодо того часу, як ти до нас потрапив, ти все ж таки вже цікавився Java і щось знав. Ти ж не повним нулем прийшов до нас на курс, правильно? Да. Да, верно. Я учил множество языков. Java, C-Sharp, JavaScript, Go, Python, Scala. Java выбрал, потому что это очень хорошее решение. На рынке очень много, ну, предложений, вакансий. Это перспективный язык, который развивается, и у него очень огромная экосистема. Окей. Добре. Поділись трошки своїми враженнями про викладачів і саппортів. Можливо, хтось тобі запам'ятався найбільше з викладачів. Наскільки все тобі було добре? Очень-очень понравились ребята. Я сначала предполагал, что это будут ну, люди, которым компания, вот курсор диктует, да, что им делать, что им рассказывать, что зачем, скажем так, идти по программе, объяснять ребятам. Зацепил тот момент, что это ровно те люди, которые работают
приходят и то же самое рассказывают нам, что у них было на работе, чем они занимались, естественно, в рамках образовательной программы. То есть не Coursera Education как бы диктует, что говорить. Они просто делились своим опытом, рассказывали, какие у них задачи на работе. Отдельную благодарность хочу выразить Игорю Лазареву. Очень классный чувак. Много с ним беседовали и беседовали лично про мой проект. Вот я язык программирования пишу. И беседовали про его работу, чем он занимается. То есть это очень хорошо выходило за рамки обычного преподавателя. И как с другом можно было поговорить, и как с человеком с опытом по программированию и прочее. Вот это мне очень понравилось. То есть друзей я там нашел определенно. Це дуже тішить. А щодо саппортів, чи часто ти до них звертався, чи все ж таки там частіше хотів сам виконати те чи інше завдання? К саппортам не часто обращался. Скорее всего, это вот коллективно было, да. Если ребята решили, ну вот нам какие-то определенные моменты неизвестны, да, непонятны. Ну я тоже как бы за компанию поучаствовал в этом разговоре, но лично как бы не обращался. Но такая возможность, да, была. Но я не пользовался ею. Хотел, ну, наверное, скорее всего, все сам решить. Ну, це також варіант кльовий, тобто ти розвивався собі в своєму потрібному темпі, це класно. Щодо загальної атмосфери, можливо, поділись, як тобі було з твоїми одногрупниками, чи комфортно, як відчувалась взагалі ця атмосфера протягом цих 4 місяців? Ну, скажу сразу, довольно-таки грамотно розподіляли нас групи. Грамотно не в плані того, що вот в одной группе все были очень сильные, да, ребята? А распределялось в том плане, что были и сильные, и слабые. И слабые учились от сильных. Вот. То есть мы друг друга все время учились, там, я у кого-то, кто-то у меня. То есть не было такого, что все знают или все ничего не знают. Мы друг друга коллективно учились. Добре, дякую тебе дуже за відповідь. Добре, тоді щодо якогось, до речі, ще питання щодо онлайн-формату взагалі. Чи до курсору ти вже вчився в онлайні, чи, можливо, якісь інші курси проходив, чи це був перший досвід такого онлайну безпосередньо? Вот, кстати, хороший вопрос, такий момент. Я інтроверт. Мені дуже тяжело общатися з людьми, особливо тяжело общатися з ними в реальній житті, поэтому я искав сугубо онлайн-формат. И курсор прекрасно с этим справился. Мне очень еще понравилось, что не нужно у вас регистрироваться на каком-то определенном портале, платформе, да. То есть все лекции можно посмотреть в Ютубе, все какие-то анонсы, нюансы можно почитать в Фейсбуке. Просто у нас там группа была, правильно? Вот. Это тоже очень понравилось. Не нужно было тратить время на регистрацию на какой-то вашей там платформе, не нужно было тратить время на изучение интерфейса этой платформы. То есть все было очень известно и приятно. Все добре, що ти дійшов такий формат, це дуже радий. А мені дуже подобається. Дякую тобі. Добре, тоді вже так ти розказав, що на старті ти, в принципі, вже щось знав. Поділись, наскільки ти по відчуттям, яким своїм суб'єктивне таке бачення себе, наскільки ти виріс по завершенню курсу, наскільки ти там збільшив кількість своїх скілів, можна в відсотковому навіть співвідношення, або там від 1 до 10, або просто по відчуттям. В процентном соотношении не смогу сказать, по какой-то там оценке от 1 до 10 тоже не смогу сказать. Скажу так, что я обрел те знания, ну, по крайней мере, мне кажется, которые нужны именно работодателю. Да, возможно, для меня это как бы не так интересно, когда, да, занимаешься каким-то своим проектом, там, язык программирования пишешь, но это надо. Самостоятельно я не мог этого сделать. Вот именно чтобы хорошо систематизированные знания появились в голове. И курсор отлично с этим справился. Вот. Дякую, тобі дуже добре. Тоді дякую. На загал, що би ти, можливо, порадив нашим студентам, які до нас приходять, або ще навіть думають, чи йти до нас на курс, що би ти їм порадив вже як випускник школи курсор? Ну, допустим, обращусь к таким же, наверное, как я, к интровертам, да, которым тоже, ну, как-то боязно с другими общаться, боязно общаться с, скажем так, братьями по хобби, по интересам. Опять-таки повторюсь, что тут реально друзья, то есть тут
не просто дали тебе задание, ты его сделал, тебя отстали. Или тебе не хотят помогать. Ты можешь абсолютно любую вещь с ними обсудить, хоть свой какой-то проект, open source. Они поделятся опытом, ты что-то спросишь, узнаешь новое. То есть вот этого бояться не надо. И если думаете, как бы, что тоже онлайн-формат не для вас, тут реально вот совсем другой уровень. Чувствуется это общение, чувствуется все время поддержка какая-то. То есть, как бы, не скучно. Мне подошло такое. Добре, дякую тобі дуже за цей фідбек, за те, що поділився. Я в свою чергу просто скажу, що я рада, що ти все ж таки приєднався до нашого навчання, прийшов цей шлях з нами. Тобі бажаю такого ж розвитку, рухатись далі, досягати нових вершин і кайфувати від того, чим ти займаєшся, аби надалі тобі це все більше і більше подобалося. Спасибо большое, Женя.